Ну что, класс. В прошлой четверти для внеклассного чтения мы с вами выбрали Агату Кристи. Кто-нибудь хочет поделиться впечатлениями о прочитанном? В принципе, я люблю детективы, поэтому читала данный рассказ с удовольствием. Не рассказ, а роман. Спасибо. Так вот, данный роман я читала с удовольствием. Не рассказ, а роман. Опять ты про своего Тиму. Как списывать, так он первый. А тут возник с твоими претензиями. Тоже мне знаток. Погоди, у тебя что-то в волосах. Что это? Чек? Лиза, ты очень красивая. Каждый раз хочу тебе об этом сказать, но никак не решаюсь. Похоже, это не шутка. Тебя это, наверное, уже бесит? Не бесит, а раздражает. Значит, ты все еще злишься. Меня просто раздражает, что я не знаю, кто мне пишет. Почему, если я ему нравлюсь, он не может об этом сказать? Наверное, он думает, что ты потеряешь к нему интерес, если узнаешь, кто он. Что за глупости? Значит, мне придется выяснить это самой. Не без помощи дедукции, конечно. Ну и что это? Ты куда? Я к Лизе. По-моему, такой фломастер есть у этого, твоего друга. Зацепка! Да эти фломастеры везде продаются. Найдем больше улик? Узнаем. Так, последняя записка пришла после урока литературы. И как назло, опять нет свидетелей. Постойте, не Никита ли отпрашивался у Софьи Владимировны с конца урока? Как ты там говоришь? Зацепка! Мне кажется, или там что-то в небе. Где? Я не Никита. Ну, конечно. Пытается сбить со следа. Правильно, со следа. Ну что, мисс Марпл, расследование в тупике? Да нет, вполне элементарно, что это Никита. Ну, весомых доказательств нет, все это лишь цепочка совпадений. Да я уже поняла, что ты не согласен. Ничего ты не понимаешь в том, как вести следствие. Это я ничего не понимаю. Ты все расследование только делаешь, что мешаешь мне. Я просто пытался помочь. Тоже мне помощник, то и делает, что критикует. Послушай, Лиза, я просто знаю, что это не он. Думаешь, он бы тебе рассказал? Я вот жалею, что тебе рассказала. Лиза! Ты просто ему завидуешь, что ему хватает смелости делать такие романтичные поступки. Ну иди к своему Никите. А вот и пойду. И он скажет. В смысле это не ты? Да не я, это говорю же. Улики говорят об обратном.
Да что ты привязалась, красавица? Ну, должны я пару раз фломастеру с урока разок отпросился. Говори имя анонима или получишь по 33-й статье за соучастие. Это не превышение полномочий. Все напрасно. Тима, как всегда, был прав, а я его не слушала. Это душнило, просто с самого начала знал, кого вы ищете. Что ты только что сказал? Душнило? Нет, до этого. Так он знал? Зря я это сказал. Тима! Тима! Все будет хорошо. Он должен скоро найтись. Я, конечно, не хочу нагнетать обстановку, но уроки Галины Максимовны прогуливают только глубоко отчаявшиеся люди. Знаешь, не все так плохо. У меня появилась идея. Я ведь так и не рассказал тебе, как именно Тим отправлял тебе записки. Может, отложим это на потом? Он никогда не расстается с этим чемоданчиком, и сегодня забыл его в школе. Он очень расстроен. Не драматизируй. Это дрон? Нет. Это беспилотный летательный аппарат. Он управляется при помощи этих очков? Верно. Не только красивое, но и умное. Я же тебе говорю, не драматизируй. Пойдем попробуем. Мы можем использовать его для того, чтобы найти Тиму. Надевай. Ты же спасаешь своего принца. Ты невыносим. Аккуратней, иначе твой зануда нас не простит. Так себе из тебя советчик. Я нашла его. Кого? Я знаю это место, идем скорее. Если ты получил эту записку, значит, мы уже нашли тебя. Не убегай далеко, мы скоро придем. Тима, Тима, прости меня, пожалуйста. И ты прости меня, Лиза. И вы, ребят, простите меня за то, что я такой офигенный. Почти промахнулся. Все-таки бы план был понадежнее. Уже подписан. Ну, тут и без подписи понятно. У нас всего один подозреваемый. Думаю, дело закрыто.